Здорово, это Шамшурин, и по многочисленным просьбам я решил наконец-таки сделать тренинг по онлайн-знакомствам, онлайн-общению с девушками и онлайн-соблазнению. Да, я никогда не любил эту тему, ребят. Когда-то, естественно, скажем, активно соблазняя девушек, я пользовался и Тиндером, периодически его устанавливал, периодически что-то он мне надоедал, отвлекал, я его удалял, потом опять устанавливал, но так или иначе все мы соприкасались когда-то, несмотря на то, что я говорю, что это лажа, все мы соприкасались когда-то с онлайн-знакомствами. Значит, смотрите, причины какие? Во-первых, вы давно просили меня об этом, ну и самое время. Во-вторых, сейчас как раз такая ситуация, что все сидят дома, никому нельзя выходить, еще больше не хватает человеческого общения, еще больше вы сталкиваетесь со своим внутренним одиночеством, и вам хочется с этим что-то сделать. Вот. Следующая причина – это отличная возможность для многих из вас хоть как-то начать знакомиться. Потому что если у вас не хватает, пока еще не хватает яиц на какие-то живые знакомства, на то, чтобы подойти и познакомиться на улице, в пробке, в магазине и так далее, самое время начать с онлайн-знакомств, потому что та же самая динамика, те же самые моменты, те же самые нюансы психологии общения, практически все то же самое, только в онлайне. Вот. И если вы начнете с онлайна, то тогда вам в дальнейшем будет намного проще, поняв эту психологию и философию общения, то есть вам будет намного проще общаться уже и вживую. Вот. И это, конечно же, даст вам кучу практики, вы поймете, как на самом деле все работает. Вот поэтому я решил сделать для вас онлайн-тренинг именно по онлайн-знакомствам, ребята. Он называется «Как получать лучших девушек из сайтов знакомств». Все об онлайн-знакомствах, получении контактов, вызванных и проведении свиданий. Как получать лучших девушек из сайтов знакомств. Вот, значит, это мой ответ коронавирусу, чтобы не сидеть, не грустить, не смотреть новости, вы будете в это время развиваться, сидя дома, в безопасности, соблюдая карантин, вы будете постигать азы и психологию человеческого общения только в онлайне. Значит, смотрите, это 4 занятия по 2,5 часа, ребят. В первый день мы займемся твоим аккаунтом, то есть мы полностью перевернем твой аккаунт, если его нет, мы его создадим. Все будет чисто по полочкам, технически, с умом, с логикой, так, как это нужно. Если он есть, мы его перевернем. То есть мы тебе дадим философию, психологию общения и того, какой должен быть твой аккаунт. Значит, вести это буду я вместе со своим тренером Денчиком. Денчик очень большой специалист в онлайн-знакомствах. И особенно меня забавляет, когда он всегда представляется девушкам, когда знакомится с ними онлайн, он представляется им онлайн порно-продюсером. Причем, как для вас, кстати, не странно, да, то есть эти девушки потом с удовольствием приходят на свидание, с интересом, несмотря на то, что, казалось бы, такая фраза, вот. И они очень позитивно реагируют. И каждого из вас и тебя лично Денчик научит это делать. Как сделать так, чтобы писать девушкам, что ты порно-продюсер, при этом они у тебя завтра же были на свидании. Второе занятие я полностью посвящу переписке. То есть все нюансы, скорейшему обмену контактами. То есть многие из вас затягивают переписку на несколько месяцев, там, недель, лет и так далее. Так делать нельзя. Вы не будете больше годами переписываться. Я посвящу это занятие, значит, переписке, всему-всему, что касается общения, тому, как быстро взять номер, и тому, как вызванивать и приглашать девушек на свидание, на встречу, на живую встречу, потому что суть онлайн-знакомства, конечно же, заключается в том, чтобы вы потом вживую встретились. Значит, третье занятие. Я полностью посвящу живому свиданию с теми девушками, с которыми ты списывался, переписывался, у которых ты взял контакты. Рано или поздно все это закончится, да, ребят? То есть логично, что сейчас пока на свидание идти нельзя, но наша задача в ближайшее время натолпить столько девушек у себя в каком-то сайте знакомств, чтобы у тебя были телефоны, чтобы эти девушки сами тебе писали, а так и будет, и спрашивали, как дела, что сегодня делаешь и так далее. Вот. И как только все закончится, ты пойдешь на свидание, у тебя будет очередь из живых, красивых женщин, которые будут ждать свидания с тобой, потому что им также хочется общения, теплоты и ласки. Четвертое задание я посвящу разборам
твоих переписок. Мы будем в прямом эфире разбирать переписки, мы будем думать, что бы написать этой девушке или этой девушке, где ты накосячил и так далее. Вот. Разбором любых ваших ситуаций, связанных с онлайн-знакомствами и прочего. Плюс, конечно же, будут бонусы, ребят. Закрытый чат в Телеграме, где вы в любое время сможете задавать нам вопросы, и мы будем смотреть ваши скрины переписок, советовать вам, что написать, разбирать ваши ситуации и так далее. Это закрытое сообщество, в котором вы также найдете единомышленников и будете иметь доступ к нам, к тренерам, чтобы постоянно с нами общаться. А вы будете туда скидывать свои истории. Видеокурсы многочисленные, в зависимости от пакетов, также будут в качестве бонуса. Книжки и вообще много крутых видеоматериалов, то есть все, что можно самого крутого, я положил в качестве бонусов в этот онлайн-тренинг. Итак, значит, смотри, если ты хочешь, чтобы тебе на сообщения отвечали девушки, по-настоящему красивые, классные девушки, а не так, что ты листаешь, вот красивая молчит, а какая-то такая обычная отвечает. Не знаешь, о чем переписываться, чтобы заинтересовывать девушек. Если хочешь научиться быстро обмениваться телефонами, а не сидеть по 100 лет там, не затягивать переписку бесполезную, которая в конце концов сводится к тому, что девушка просто пропадает, потому что ты не инициируешь ничего. Если хочешь, чтобы девушки сами первые проявляли инициативу, сами писали тебе. Хочешь наслаждаться свиданиями, чтобы они не превращались в откармливание, в отпаивание, задаривание подарками и так далее. Хочешь регулярного и качественного секса, в конце концов, особенно сейчас. Хочешь, чтобы все девушки легко и быстро давали тебе свои номера после непродолжительной переписки. Не хочешь больше попадать в друзья, да, и чтобы после долгой переписки тебя сливали. Хочешь всегда знать, о чем разговаривать на свидании. Хочешь перестать сильно вкладываться в девушку и в момент общения, и в момент переписки, и в момент встречи. И вообще просто перестать вкладываться и считать ее богом. Не знаешь, как уйти со свидания, если ты приходишь на свидание, а девушка тебе сразу же не нравится, но у тебя там какие-то чувства вины, что-то еще, чувства долга мешают тебе. Не складываются отношения с красивыми девушками. Часто попадаешь на развод и мошенников, на всякие там брачные агентства и прочую херню. Итак, если ты всего этого хочешь, так сказать, улучшить это все или избавиться от каких-то проблем, тогда вписывайся в уникальный и реально единственный в своем роде тренинг по онлайн-знакомствам. Такое никто никогда не слышал. Шамшурин проводит тренинг по онлайн-знакомствам. Я всегда топил за живые и сейчас топлю. Но сейчас такая ситуация, когда отличное время инвестировать в себя, отличное время получить нужные знания, отличное время прокачаться в переписке, пока нельзя никуда выходить. И когда вы выйдете, у вас будет отличный суперский опыт и скилл, который вы сможете применить. Итак, онлайн-тренинг. Как получать лучших девушек из сайтов знакомств? Все об онлайн-знакомствах, получении контактов, вызванных и проведении свиданий с красивыми девушками. Все участники получат запись этого курса, которая будет у вас пожизненно. Все бонусы, которые идут к тренингу, тоже вы получите сразу же, уже сразу после оплаты вы сможете получить бонусные курсы и начать развиваться. Нужно заранее бронировать себе места, потому что количество мест ограничено, стоимость будет расти. Я специально сделал ее очень доступной, чтобы каждый мог себе ее позволить. Все подробности под этим видео внизу. Нажимаете на кнопочку, читаете подробно и вписывайтесь. Увидимся в онлайне и будем учить вас знакомиться в онлайне, соблазнять в онлайне, флиртовать в онлайне, общаться в онлайне. Сделаем так, что после карантина будет целая очередь из красивых женщин, которые жаждут сходить с тобой на свидание.